Цепсиют. Всем привет, с вами Руслан. Сегодня у нас очередная серия распаковок покупок с помойки, с полигона ТБО нашего. Сегодня вот так цивильненько, вот в таком пакете из-под хлеба. Небольшая кучка телефонов. Почти все чистые. Ну и тут у нас другой человек принес, маленько более опрятный. Давайте высыпем и посмотрим, что здесь есть. Вот так это дело выглядит. Не очень много, ну и не очень мало. Сейчас по одному их посмотрим, потом по одному их проверим. Погнали. Буду брать подряд, не буду выбирать. Первый на очереди телефон фирмы Теле2. Скорее всего это ZTE, а возможно Huawei. Но сделано для Теле2. Батарейка на месте. Вроде бы. Нет, разбирался, болтов нету. И у нас битый тач. Тач битый. Следующий на очереди сразу же телефон Philips. Отсутствует аккумулятор, задняя крышка. Также нету болтов. И все-таки разбит тач. Ну, скорее всего, дисплей тоже разбит. Поэтому ценности никакой не несет. Оставляем. Следующий аппарат у нас под руку мне попадает Samsung. Samsung модель у нас J120F. Это J первый. По-моему, 15 года. Вот так у нас разбит дисплей. Это уже китайский дисплей, не оригинал. И он так разбит. Ну, здесь есть смысл, если плата оживет, купить аккумулятор и купить дисплей. Также есть симка Йота, болты у нас под дисплеем. Там внизу вот они. Сейчас проверим, узнаем, работает, не работает. Ну и маленько коцик на крышке. Следующий. Вот такой телефон. Мегафон Логин 2. Нету аккумулятора, нету задней крышки. Целый дисплей, по ходу дела. И ценности тоже особо не несет. Очень старая модель. Здесь второй Android, скорее всего, стоит. И просто никому не нужен. Смысла делать нету. Просто проверим, узнаем, работает или нет. Потом. Вот такой аппарат. Я даже не знаю, что... Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это такое, боюсь представить. Возможно, это какой-то ZTE. А может быть, я ошибаюсь. Вот так выглядит. Разбит у нас тач. Нету задней крышки, нет аккумулятора. Ценности тоже особо не несет. За эти телефоны я деньги еще не отдавал, но, скорее всего, ничего за них не дам. Потому что особо ценного я здесь толком не вижу. X-Play Atlant. Погнут корпус. Вот так сильно нету боковой клавиши. Этих клавиш тоже нету. Нет аккумулятора, нет задней крышки. И... погнутый дисплей, рамка точнее погнута, ценности тоже особо не несет. Ну, проверим плату, возможно, работает. Далее аппарат Fly IQ 434, затертые эмеи, такой грязненький весь, битый тач, нету задней крышки, нет аккумулятора, опять же ценности не несет, хотя телефон не вскрывался. Следующий на очереди LG, модель у нас X145, вот в таком состоянии, слегка погнутый, нету аккумулятора, нет сзади крышки, кто-то что-то делал с контактами аккумулятора, телефончик опять без болтов и снова ценности никакой особой не несет. Я все больше и больше убеждаюсь, что скорее всего за эту кучу телефонов я ничего не дам. Вот такой Fly, разбит у нас тачскрин. Меняется отдельно от дисплея, я вижу, дисплей, скорее всего, целый. Давайте посмотрим модель. Аккумулятор у нас отсутствует. Это аккумулятор не от него. Модель FS402. Телефончик не вскрывался, несмотря на отсутствие болта. Пломба у нас на месте. Состояние более-менее. Если включится, можно попробовать заняться ремонтом. Но если эта часть стоит не сильно дорого. Далее, вот такой аппарат. Это у нас какая-то китайская подделка. Здесь аккумулятор типа Nokia. Модель E71. Две сим-карты, карта памяти. 12 мегапикселей камера, которая вон там, видите, да? Такая огромная матрица у камеры. Нету переднего стекла. Нет аккумулятора. Ну, это Nokia аккумулятор, это не проблема. И вот такой вот
компактный симпатичный аппаратец. К сожалению, нет стекла. Очень плохо, стекло защитное, дисплей можно повредить. Такой телефончик Джинго. Джинго — это бюджетные аппараты, сейчас у нас продаются. Это современных уже. Модель F100, к сожалению, опять же, нету крышки задней, аккумулятор типа Nokia, но крышки задней нету. И телефончик вроде как целый. Не знаю почему, почти все телефоны без задних крышек. Крышки куда-то делись. Телефончик Sony Ericsson K330. Такое состояние средненькое, раритетный. Давайте откроем. Нет аккумулятора. Вот моделька. И такое более-менее состояние. FM-радио, видим, есть, но карта памяти сюда не вставляется. Да. Довольно бюджетный аппарат. Наушники у нас, опять же, свои. Таких ушей у меня нету, к сожалению. Philips. Вот Philips я люблю. Правда, он маленько кривой. И там нет аккумулятора, я чувствую. Philips вообще аппараты огонь. Держит свой заряд месяцами. Вот так, видите, кривой какой. Крышку снял, он вообще загнулся. Прям по самое не хочу. Опять же, нету аккумулятора. И, скорее всего, у нас битый, да, вот там видно, дисплей у нас устал. Ценности, опять же, никакой. То есть за всю эту кучу телефонов нельзя дать даже 50 рублей. Следующая Nokia, вот с таким большим дисплеем. Здесь какой-то индикатор событий есть. Давайте посмотрим его модель. Выпал сразу же болт. Вот тут вот отсюда, по ходу дела. Модель 638 или 6303CL. Это уже такой более интересный аппаратец. Но его кто-то разбирал, собрал неправильно. Видим, щель какая. Батарейка, опять же, у нас тут BL, походу дела, 4C. Нет, вру. BL какая-то своя, наверное. Ну, подберем, посмотрим. Все равно проверять буду сегодня на лабораторнике. Не буду подкидывать зарядки. Долго времени занимает, очень много, и не буду. И последний на сегодня аппарат — это Oosters планшет. Вот такой, модельку интересно разглядим. Нет, модельку мы уже не разглядим. Аппаратец у нас по-любому открывался. Вот так он разбит. Здесь разбит тач, и я там вижу разбит дисплей. Ценность несет только плата, которую можно куда-нибудь впихнуть или продать как донора, если плата там стоит живая. Так, здесь видим, кто-то что-то паял на аккумуляторе. Следы холодной пайки. Неразогретым паяльником паяли аккумулятор. Какой-то весь помятый. Не знаю, отклеивали, не отклеивали. Но видим вмятины здесь. Ну, хотя скотчи все на месте. Разъем под сим-карту, на первый взгляд, целый. И, возможно, плата рабочая. Это у нас моделька. Так, 8 гигабайт встроенная, 1 оператива Android 5.1 уже, то есть тоже более современный такой планшетик. Есть смысл его проверить. Вот здесь можно что-то придумать. Корпус, к сожалению, дохлый, но эти платы подходят во все данные корпуса. Там X-Play, Oosters, Dex сейчас делают такие же, Digma делают. Ну, то есть есть смысл заморочиться. Сейчас давайте подключаем все на лабораторный блок питания и проверяем, что из этого рабочее, и уже будем делать выводы по стоимости данной посылки. В очередной раз всю кучу телефонов сместил направо, чтобы нам ничего не мешало. И давайте по порядку. Все, что попадает под руку. Первый под раздачу попадает Philips, который у нас сенсорный. Давайте найдем у него плюс-минус. Для этого подключаем плюсовой контакт на какой-нибудь из этих и кидаем минус на массу. Видим, короткого замыкания у нас нету, значит, мы угадали с плюсом. Далее угадываем с минусом, скорее всего, третий. Нажимаем кнопку питания, и ничего не происходит. Вообще ничего. Давайте подключим вот так. О, пошло какое-то потребление, пошла вибрация. Есть картинка, но тут же все потухло. Давайте еще разок. Да, все тухнет. Давайте попробуем. Вот так. Есть вибрация.
есть картинка, и все тухнет. С данным телефоном явно какая-то проблема, но дисплей у нас целый, к сожалению, поставить мне его некуда. Но с платой также беда. Он, скорее всего, ударник, и у него отвалилась память. Ну, мои предположения, это можно посмотреть только после снятия памяти и перекатки ее. Заниматься данным аппаратом смысла нету, ценности особо не несет, только как дисплей. Ну и то, это редкая модель, поставить дисплей некуда. Вот так вот. Первый аппарат у нас уходит в небытие. Следующий у нас вот такой грязный флай. Давайте таким же методом проверим плюс-минус. Цепляем один контакт на разъем батареи и кидаем второй на массу. Видим, короткого замыкания у нас нету. Здесь, скорее всего, вот так подключается первый, второй. Ух ты! Нет, это я замкнул между собой. Крокодилы. Я уж думал, короткая на плате. Давайте еще разок. Подаем питание. Нажимаем кнопку включения. Есть картинка, дисплей целый. Дождемся запуска. Пошла загрузка системы. Здесь тоже какой-то старый Android, древнющий вообще. Я надеюсь, он быстро включится, чтобы долго его не ждать. Вообще все сенсорные телефоны на Android включаются довольно долго. В прошлой серии я даже урезал, то есть ускорял видео, чтобы было все побыстрее. Нет, что-то долго. Ну, потребление идет, у нас не зависло питание, то есть у нас плата пытается стартануть. Идут какие-то процессы, судя по потреблению. Потребление в норме. Ток у меня ограничен где-то амперов 3. И, в принципе, этого достаточно. Ссылочка на блок питания будет в описании под этим видео. Проходите, смотрите. Распаковочка где-нибудь вот тут вот вверху всплывет сейчас. Очень достойный блок питания за небольшие деньги. Полгода пользуюсь, доволен вообще. Единственный минус, нет USB порта, но это решается подключением его через провода. Долгое включение, очень долгое. Возможно, слетела прошивка, но хотя потребления бегут нормально. Как вы видите, потребление у нас в норме. Ну, все-таки еще подождем. Мало ли стартанет. Если он стартанет, хотя бы будет смысл хотя бы рублей 50 дать за него. Если он не стартанет, даже 50 рублей данный телефон не стоит в таком состоянии. Ну, я думаю, дальше смысла ждать нету. Телефончик не стартует, уже подождали более 3-4 минут. И смысла ждать дальше нет. Отключаем его от питания, плата не запустилась. Дисплей целый, ценность особо не несет. Состояние ужасное, корпус убитый. И еще и не в комплекте. Давайте следующий аппарат возьмем. Это у нас Samsung, который у нас в корпусе, но без аккумулятора. И также стоит сим-карта Yota. Таким же методом проверяем плюс-минус, цепляем плюс и кидаем минус. Так, нет, короткого у нас здесь нету. И пробуем включить. Судя по потреблению, на лабораторном блоке питания телефон запускается. Но картинки у нас нет. Ну и тут, скорее всего, ее быть и не должно, так как шлейф у нас вот здесь, вон там порванный весь, поэтому картинки нету. Ну, скорее всего, плата живая. Данный телефон вполне можно отремонтировать и продать. Стоимость, я не знаю, оценить плату. Ну, барыги с Авито оценивают очень дорого платы свои, но клиентские оценивают дешево. То есть, ну, рублей 100-150 можно дать за эту плату. И то с учетом того, что неизвестно, что рабочая она или нет. Тем более корпус у нас подбитый вот в этом месте. Плата, скорее всего, стартует. Данный телефон убираю в отдельную кучку, потому что его можно проверять дальше потом.
А следующий под руку попадается LG. Ненавижу телефоны LG. Какие-то они странные. Видим здесь, что кто-то оторвал слот под вторую сим-карту, точнее под первую. Подкидываем Питалова. И пытаемся включить. Пошло потребление. Есть картинка. Уже интересно. Это уже хорошо. Можно докупить корпус, если телефон включится, и собрать данный аппарат. Но, к сожалению, пошел в ребут. В циклическую перезагрузку пошел. Очень жаль. Сейчас еще раз попробуем. Потребление, видим, зависло. 271 мА. И телефон висит на логотипе. И пошел опять в ребут. Давайте попробуем подключить минус на 2 контакта. И еще раз запустить. Возможно, из-за этого. Нет, потребление снова зависло. И телефончик не стартует. К сожалению, плата данного аппарата тоже тухлая. Ну и у нас опять же отсутствует здесь один слот под сим-карту. Жаль, очень жаль. Возьмем беспонтовый телефон фирмы Теле2. Кстати, если он включится и у него работает дисплей, у меня есть в наличии тач. Прям с лицевой панелью можно заморочиться и сделать. А насчет того, что он Теле2, это не проблема, перешивается под другую прошивку просто. Давайте подадим питание. Есть потребление, есть картинка, да, дисплейный модуль. Дисплей, точнее, у нас целый. А тач у нас сбитый. Возможно, что-то сделать. Перепрошить и поменять тач. И вполне за 1000, за 1500. Нет, 1500 много. Ну, 1200 можно его продать. Чисто как звонилку. Но, увы, по ходу дела это только наши мечты. К сожалению, или к счастью, опять у нас плата не запускается. Давайте попробуем два минуса. С той стороны все держу пальцем, чтобы ничего не отвалилось, так что не думайте, что это из-за этого. Да, у нас вообще зависло потребление и телефон не стартует. Ну, возможно, это прошивка. То есть попробовать его перепрошить и еще раз включить. Возможно, он запустится. Также только что камера отсутствует, но это не проблема. У меня на донорах есть и такие детали. Самое главное, имеется аккумулятор. Здесь две сим-карты, карта памяти и целый дисплей. Можно попробовать перепрошить, возможно, оживет. Ну, также цена рублей 50-100 за данный аппарат можно спокойно дать. Не более, не менее. Меньше дашь — будет обидно, больше дашь — ну, будет нецелесообразно ремонтировать. Пишите свои мнения в комментарии, много это или мало. Ну, я считаю, это справедливая цена за данный аппарат, тем более они их находят бесплатно, и в большинстве случаев они их просто сдают на платы. Разбирают и сдают как лом на платы. Бывают хорошие аппараты, просто уходят на драгметаллы. Телефон китайский у нас запускается, но дисплей у нас не работает. Это из-за того, что у нас отсутствует стекло переднее, и, скорее всего, стекляшка вон там. Вот, сейчас фокусируемся. Вон там стекляшка, скорее всего, битая. Поэтому у нас нет картинки. То есть ценности, опять же, никакой не несет. Разбирать на плату тут 30 грамм платы. И смысла нет вообще заниматься. Давайте возьмем следующий аппарат. Это у нас будет Fly. Fly, который у нас в хорошем состоянии, но без аккумулятора. Подключаем. Здесь надо будет проверять полярности. Также на массу кидаем. Нет короткого. Это значит, угадали с плюсом. Подключаем плюс-минус. Так, пошло какое-то потребление. Нет, показалось. Это у меня крокодилы между собой коротят. В плате ничего от этого не будет, только могут поплавиться провода у меня. Так, есть картинка. Уже хорошо. И опять же тут же все потухло.
что же так сегодня не везет? Почти все аппараты включаются, но картинка и все. То есть пошел в ребут. Давайте подключим вот таким методом. Так, что-то у меня тут отвалилось, походу, дело. Да, плюс у меня отвалился. Так, пробуем запустить. Потребление пошло. Плата начинает потреблять токи. Потребление, кстати, нормальное. И опять выключение. К сожалению. Еще разок. И такая же картина. Давайте попробуем добавить вольтаж. Делаем 4,3 вольта. Почти 4,4. Возможно, просто не хватает им. Но я сомневаюсь, что им не хватает. Нет, плата просто не стартует. Тоже похоже на прошивку. Тем более телефон не вскрывался. Состояние хорошее. Можем попробовать перепрошить. Если после перепрошивки телефон стартанет, то можно спокойно дать рублей 150-200. Даже состояние хорошее. Хотя нет. 100-150 аккумулятора у вас нету. Был бы аккумулятор, да, то 200 рублей можно дать спокойно. Наши барыги, вообще сервисники, за такие телефоны дают не больше полтинника. Я считаю, что это очень мало и стараюсь дать больше. Но для этого приходится проверять все. Давайте попробуем вот этот X-Play. Я не помню полярности на X-Play. Не угадали. То есть у нас плюс вот здесь. Минус у нас вот здесь. Но видим, у нас 400 миллиампер утечка тока пошла по плате. То есть где-то у нас треснутая плата. Дальше смысла проверять его нету. Плата дохлая, телефон разбитый, корпус разбитый. Кнопок боковых нету. И смысла в проверке данного телефона тоже нету. Ценность у него 0 рублей. Абсолютно ничего не стоит. Вот джингу интересно проверить вообще как звонилку. Даже без корпуса можно поставить сим-карту и бросить его дома, чтобы он валялся, просто звонил. Здесь батарейка типа Nokia, подключается она у нас следующим образом. Подаем питание. Но видим, джинга стартовать отказывается. Поднимаются токи, но старта у нас, к сожалению, нету. Смотрите, как поднимаются. Больше ампера жрет плата. Это что-то нездоровое с платой, 100%. Скорее всего, тоже ударника. Возможно, что-то отвалилось. Смотрите, 1.5 ампера просто. Ничего, 1.5 ампера жрет плата. И ничего не нагрелось. Интересно. Ну, опять же, к сожалению, здесь можно снять только слоты под сим-карту какую-нибудь паять. И более ничего. Стоимость телефона 0. Следующий мой любимчик. Это телефон фирмы Philips. Вот так выглядит. Проверим плату. Но стоимость уже, сразу говорю, будет нулевая, так как он разбитый и кривой. Если бы он был хотя бы целый, а не кривой, можно было бы что-то придумать. Даже с разбитым. Но, увы, увы, увы. Неудобные контакты батареи. Подключаться. Видим, утечка тока. Около 20 миллиампер. И на кнопку включения телефон не отреагирует. Но как-то не очень. Да, телефон запустился, но идет утечка тока в 20 миллиампер. То есть где-то что-то коротит и разбитый дисплей. То есть дальше включать смысла нету. Отправляется он обратно в пакет. Стоимость у него нулевая. Даже нет аккумулятора, к сожалению. Осталось не так много аппаратов. Следующий у нас пойдет на проверку. Мегафон Логин 2. Также не помню, где находится у него плюс-минус. Проверяем. И включаем. Ну, данный включится, скорее всего, да, включается целый, но, к сожалению, здесь уже не найти ни аккумулятора, ни задней крышки. Ой, еще как крепить динамик, ужас просто. Также прошивается телефон, вставляются потом любые сим-карты, там, скорее всего, даже есть слот под вторую сим-карту, можно распаять на плате, но не факт, это так мои догадки, но, возможно, он есть. По крайней мере, на большинстве аппаратов данных
данного типа, типа Мегафон, МТС, там кто еще были, Билайны были. Было такое, вот такая непристойная фотография у нас на картинке. Давайте мы ее спрячем, чтобы YouTube нас не забанил. И телефон вполне работает. То есть давайте посмотрим версию Android. Android 4 я вижу. 4. Какой? 4. 4. 2, 2. Ну, еще, я скажу, даже не совсем плохо. Но, к сожалению, нету задней крышки, нет аккумулятора. Ну, аккумулятор еще можно подобрать. Тут, скорее всего, от какого-нибудь X-Play аккумулятор сюда встанет. Вот тут находится. Давайте даже заглянем как-нибудь, если получится. Да. Не знаю, увидите или нет. Блин. Вон там видно, да, вот слева начертание одной сим-карты, а вон там вон начертание справа второй сим-карты. То есть, если распаять вторую сим-карту и перепрошить данный аппарат, он будет работать на двух сим-картах. Это я недавно делал с телефоном DNS, там было уже две сим-карты, но прошивка была глючная. Перепрошил его на китайскую прошивку от китайского собрата, и все заработало более чем достойно. По-моему, тоже с какой-то распаковки был DNS. А, DNS был с покупок на Авито. Так, данный аппарат у вас отсутствует боковая клавиша включения. Нажмем пальцами. Все. Можем сразу убирать. Во-первых, без опознавателей. Я не знаю, что это за телефон. И он у нас весь разбитый. Стоимость также 0. А, не сказал по Мегафону. Мегафон можно 50 рублей дать. Чисто, чтобы лежал как донор ради дисплея. Потому что, мало ли, даже сейчас приходят с такими старыми телефонами, пытаются их отремонтировать. Везде им отказывают, потому что отсутствуют запчасти. Ну, я иногда берусь, потому что у меня запчастей довольно много. Я их скупаю, я их храню, и они у меня иногда бывают. Давайте проверим Nokia. Nokia подключается у нас вот так. Так, что-то отвалилось, нет? Nokia у нас так не включается почему-то. Так, это я корочу на щиток, не пугайтесь. Нажимаем, у нас включение сверху. Нажимаем на включение и видим, что у нас начинает замыкать плата. Опять же у нас дохлый телефон, к сожалению. Идет обратно в помойку, но целый дисплей. Такого у меня, к сожалению, в донорах нету разбитого. Был бы такой разбитый, можно было бы сообразить из двух один и вполне продать. Дать 50 рублей как донора за дисплей и за корпус. Но такого у меня нету. Ценность для меня он никакую не несет. Возьмем предпоследний наш аппарат. Осталось недолго. Так, вот у Sony я тоже не помню полярности. Это, по-моему, вот так. Нет, не так. Смотрите, какой интересный случай. Цепляю крокодила минусового. Давайте плюсового вот так подключим. Ничего не происходит, видите? Ага. Странно, видели, какое короткое замыкание было. Пытаемся включить. И по ходу дела мы его ушатали. А возможно, не мы. То есть какое-то было ненормальное замыкание. Сами видите, цепляем минусовой и на массу. То есть это в любом случае масса, она припаяна к корпусу. Короткого нету. Отцепляемся к клемме. У нас идет короткая. К сожалению, не включается. К сожалению, также идет обратно. Ну и ценность тоже особого не несет. Его не продать, ничего. Чисто поставить на полку, чтобы он стоял, пылился. Это не тот телефон, который должен стоять, пылиться. Я понимаю, 3310 или 8800 можно поставить, чтобы он стоял, когда какую-то ценность они несут сейчас. Как коллекционный, там, особенно 8820, он все еще на Авито стоит, дай боже. А данные аппараты, это так, балалайки, их было очень много выпущено, и нету смысла за ними гоняться. И остался у нас планшет. Вот на планшет я питаю большие надежды, надеюсь, что он включится, потому что это самое ценное, что есть в этой посылочке, в этом пакетике. Так, куда бы подключить массу так, чтобы она не отваливалась. Давайте вот сюда в слот для карты памяти.
маленько оголим плюсовой контакт и видим у нас короткое замыкание на плате. Что же? А, вру, это же не короткое замыкание на плате, это же батарейка подключена, это пошла зарядка батарейки. Я уже с этими телефонами все, блин, на свете путать начал. Давайте включим. Есть какие-то изменения в потреблениях, но плата молчит. Нету ни подсветки, ничего. И еще отвалился у нас минусовой контакт. Следов особо на плате удара я не вижу. Но старта нету. Нету старта. Старта нету, смотрите. Потребление у нас меняется. То есть это не только зарядка, это включается плата. Картинки нету, подсветки нету, но это возможно из-за дисплея. То есть его оставлю. У меня есть полудохлый дисплей, можно подкинуть и проверить. То есть здесь, скорее всего, ценность есть. Ну, за данные платы от вот таких планшетов, тем более, если корпус целый, ну, в этом случае корпус дохлый. А с целым корпусом я даю 300 рублей, с дохлым корпусом, ну, могу дать рублей 200. То есть и то чисто из-за того, что плата живая, и ее можно куда-то поставить. На Авито барыги просят 500 рублей, но скупают они их также по 50, по 100 рублей, такие аппараты. Ну что, друзья, вот такая была распаковка покупок с полигона. Вот в таком пакете они были. Полигон ПДО. Вот что можно найти на полигоне. Сколько можно заработать, посчитайте сами. Напишите в комментарии. Ставьте лайк, подписка. Буду очень рад новым подписчикам. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.